апреля новое украинское руководство начало так называемую активную фазу операции на юго-восточных рубежах Украины. Уже есть человеческие жертвы. Против мирных граждан действуют подразделения Национальной гвардии, а также батальоны из экстремистов правого сектора Харьков и Слобожаница. Начато формирование батальона «Донбасс». Подавлению выступлений мирного населения привлекаются переброшенные в Донецк и Луганск бойцы специальных подразделений Службы безопасности Украины, а также МВД «Барс» и «Омега». На границе с Россией действуют мотоманевренные группы погранвойск, предназначенные для ведения диверсионной деятельности. От вооруженных сил в операциях участвуют 17-я танковая и 24-я механизированная бригады, передислоцированные с запада Украины. По нашим данным, задействована группировка войск насчитывает более 11 тысяч человек, полностью вооруженных автоматическим оружием. Кроме этого, к операции привлечено около 160 единиц танков, более 230 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, не менее 150 орудий и минометов, большое количество авиации. Между тем, отряды самообороны на юго-востоке Украины насчитывают чуть более 2000 человек, и всего около 100 единиц автоматического оружия, в основном захвачено в районных отделах милиции и службы безопасности, а также несколько десятков гладкоствольного охотничьего оружия. Силы явно не равны. Отмашка применять оружие против мирных жителей, граждан своей страны, уже дана. Если сегодня эту военную машину не остановить, это приведет к большому числу погибших и раненых. Не способствует нормализации обстановки вокруг Украины объявленное учение войск НАТО на территории Польши и странах Балтии. Мы вынуждены реагировать на такое развитие ситуации. С сегодняшнего дня в приграничных с Украиной районах начались учения батальонными тактическими группами общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов. Войска отработают вопросы совершения маршей своим ходом и развертывания для выполнения задач по предназначению. Кроме того, авиация выполнит полеты по отработке действий вблизи государственной границы.